Алматинский экономический колледж представляет вашему вниманию информацию о порядке образовательной деятельности в условиях дистанционного обучения, который введен 16 марта 2020 года. Дистанционное обучение проводится посредством приложений Google Classroom. На сегодня созданы учетные записи студентам, подготовлены видеоинструкции по установке приложения, созданию класса, добавлению материалов, созданию опросов, рассылке домашних заданий и проведению видеоконференции. Преподавателями и специалистами IT созданы классрумы. Колледжем используются следующие виды обучения в дистанционном формате. Онлайн-уроки, вебинары проводятся в формате видеоконференции в приложении Zoom, Hangouts в соответствии с расписанием. На прошлом занятии мы с вами начали проходить работу с формулами и функциями, поэтому сейчас давайте посмотрим и закрепим наши знания, полученные на прошлом занятии. Преподаватели спецдисциплин ведут вебинары. Добрый день, ребята! Сегодня у нас с вами практическое занятие. Мы будем готовить бисквитный торт. Но, как вы знаете, бисквитный торт надо готовить в два этапа. Сначала мы должны подготовить с вами выпеченный бисквитный полуфабрикат. Индивидуальные и групповые консультации проводятся при необходимости в чате преподавателями по возникающим вопросам у студентов. Самостоятельная работа студентов осуществляется через изучение видео и аудиофайлов, текстовых или презентационных материалов, размещенных на платформе, выполнение домашних заданий и обратной связи. В условиях дистанционного обучения продолжительность учебных занятий не превышает 20 минут. На данной платформе имеется расписание учебных занятий и онлайн-библиотека. Домашнюю работу студенты выполняют в тетрадях и загружают фото, видео, аудио работы на платформу, а также допускают и другие виды платформ. Электронная почта, Skype и WhatsApp. Преподаватель совместно с куратором, заведующим отделением, ведет учет посещаемости занятий студентами. Все возникающие вопросы по дистанционному обучению у преподавателей, студентов и родителей отправляются на ссылку, которую вы видите на экране.